секторе искусств открылась новая книжно-иллюстративная выставка. Спасибо судьбе за то, что мы живем с Александром Николаевичем Сокуровым в одно время, посвященное 70-летию режиссера. Александр Сокуров родился в семье военного, участника Великой Отечественной войны. Одновременно с учебой в 1969 по 1974 года Сокуров работал помощником режиссера, ассистентом режиссера и режиссером на Горьковском телевидении. В 1975 году поступил на режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии, мастерскую режиссера научно-популярного фильма. По рекомендации Тарковского в 1980 году Сокуров был зачислен на киностудию «Ленфильм», где снял свои первые игровые картины. В 1995 году по решению Европейской киноакадемии имя Александра Сокурова включено в число 100 лучших режиссеров мирового кино. В 2011 году на 68-м Венецианском кинофестивале Александр Сокуров получил «Золотого льва» за картину «Фауст». В экспозиции представлены книги, номера, журнала, сеанс, издание фильмов режиссера. Среди книг особый интерес представляет издание Сокурова «Части речи». Приглашаем посетить нашу выставку.